Что может быть проще уличного мангала в частном доме? Берется вот такая конструкция из 6 кирпичей. Ну, с учетом того, что если она в 2 яруса, то там 12 кирпичей. А с учетом того, что на дне тоже лежат кирпичи, 3 штучки, то это 15 кирпичей. И эта конструкция стоит во дворе и жарит шашлыки, ну, годами, а то и десятилетиями. Но иногда возникает необходимость просто иметь во дворе не мангал, вернее, не только мангал, но и какой-нибудь такой бытовой тепловой костерок. И вот для этих целей обычно используют вот такие мангалы из стиральной машины. Что, собственно, я и сделал для того, чтобы у меня был вариант или просто кирпичный старенький мангальчик, или не просто, но новенький мангал из барабана от стиральной машины. 3 ножки и, в общем-то, вечно горящее пламя гарантировано, потому что отверстия позволяют подавать воздух в любой ситуации. Вот такой мангал из бака для стиральной машины.